Я сейчас нахожусь в отеле Club Rive by Rixos Gotek. Это отель, созданный полностью из вилл. Он находится в уникальной такой природной зоне, которая скрыта под кронами деревьев. Здесь максимально приватно, очень уединенно. И в любую жару здесь будет прохладно всегда. Также здесь очень уникальный сервис именно в виллах самих. Во-первых, они сами по себе очень красивые. Здесь полностью стеклянная такая стена, из которой такой красивый вид открывается. Высокие потолки, они всегда создают такое ощущение простора. Мы смотрим сейчас с вами виллу именно двухспальную. Отель, вот, кстати говоря, он находится в собственной бухте. То есть это уникальное такое место, которое спрятано от остальных. И сюда это сложновато добраться будет другим, даже если захотят, не смогут, потому что сюда нужно будет на своей лодочке приплывать. Есть здесь приватный ресторан, приватный бар. Можно будет также все эти услуги заказывать к себе на виллу для того, чтобы никуда не выходить и со своей семьей оставаться здесь. Так как отель находится в собственной бухте, здесь практически никогда не бывает волн, абсолютно в любую погоду. Поэтому если вы будете приезжать сюда с детьми, здесь будет максимально комфортно купаться вам. Еще за счет того, что здесь вот такой вот светлый песок и мелкая галька, водичка очень прозрачная. Как будто питьевая. Если честно, то у отеля такая очень уникальная зона, где он расположен. Я никогда нигде не видела, чтобы виллы вообще отель был расположен, можно сказать, в джунглях, в лесу. И здесь это умудрились сделать. Чувствуется, что тут нетронутая природа. Представляю, как ты просыпаешься утром, выходишь из своей виллы. Вот этот панорамный вид на море, горы, сосны, вот эта зелень вся. И жизнь удалась в такие моменты, мне кажется. Вот такие павильоны находятся на берегу. Здесь также устраивают романтические вечера, если вы пожелаете. Блин, какая тут природа, вообще балдёж. Для вас один из самых идеальных пляжей, который находится в районе Gotek. Смотрите, получается, он принадлежит отелю The Resort. Вы сможете воспользоваться услугами данного пляжа только если вы проживаете в отеле The Resort или если вы приплыли на яхте и именно припарковались в The Marine. Также смотрите, если вы на яхтах, у вас будет входить несколько услуг. Вы сможете проживать в отеле, вы сможете воспользоваться спа, вы сможете воспользоваться услугами фитнес-центра, также находиться на пляже неограниченное время. Если вы проживаете в других отелях, не расстраивайтесь, вы сможете воспользоваться услугами этого пляжа с настоящим мальдивским песком, с шикарным гидом, всего лишь за 400 лир в день. Гид из Ланекстура нас привезла вот в такое красивое место, оно называется Ледениз. Вот это городской пляж, он считается одним из самых красивых в этих местах. И классно то, что здесь можно полетать на параплане, от 90 евро примерно начинаются цены. Можно полетать просто, но можно с экстримом. Мы только что видели, как отсюда, ну, он буквально делал сальто просто. Но совсем мало отелей в этом регионе, обычно троечки, четверочки, но есть и хорошие. Нам сказали про отель Сентида, вот. Так что если вдруг вы заедете в это место, захотите здесь остановиться, то советуем рассмотреть отели.